Николай Леонидович, прошлый матч не самый удачный для ливерпульцев получился. Как в ментальном плане успели восстановиться? Ну, я думаю, что у нас очень сильный коллектив. Ребята все взрослые, опытные. Плюс молодежь очень та, которая хочет развиваться, играть. И это был один из уроков, который, наоборот, сейчас подхлёстывает и показывает, что надо работать в полную, каждую смену, каждый момент. И ребята это понимают. Сегодня вторая серия зеленого дерби. Чего ждать болельщикам? Ну, в первую очередь, хорошего хоккея, борьбы и полная самоотдача ребят. Психологическое, физическое состояние как у команды перед зеленым дерби? Ну, это та игра, которую не надо настраивать ребят, потому что они все готовы, они понимают, что это за игра, как будет она складываться. Поэтому я думаю, что все готовы. Евгений, сегодня вторая серия зеленого дерби в этом сезоне. Как настрой у команды? Да, настрой отличный. Все готовы к хорошей игре. Тем более мы проиграли на выезде. Вот, мы должны показать бой и выиграть сегодня. А будете как-то менять игру, если сравнивать с тем матчем в Казани? Слушайте, ну, не то, чтобы менять, надо показать свою лучшую игру, чтобы выиграть. И я думаю, все будет нормально. Успели в психологическом плане восстановиться? Все-таки не самая приятная игра была с питерскими армейцами здесь. Да, да, надо ее забыть, как бы, и все, с чистого листа начинать, двигаться вперед. Ну, в команде, наверное, уже бешеный настрой на матч с Акбарсом. Все-таки пока не удается с ними удачно сыграть. Согласен, да. И, в принципе, никого не надо настраивать. Все понимают, что за игры. Как бы. И в плане настроя, думаю, проблем не должно быть. Что сегодня ждать болельщикам на льду Уфа-арены? Хорошую, интересную игру. И мы постараемся сегодня порадовать болельщиков.